hurting us! Ты где это взял, щенок? Не надо так шутить. Дай сюда! Ну, забирай. Если сможешь. Повезло тебе, щенок. А защищаться-то умеешь? Так убиваться за какое-то старье? Конечно, кому как не тебе разбираться в старье. А ну повтори. Я уже все сказал, старик. Часы и рисуй себе дальше, старый пень. Рисуй? Тут, там, везде. Я про твои каракули по всем стенам. А где? А ну идем, щенок. Убери от меня руки. Смотри сюда. Ты чего? Вглядись. А ну, вглядись. Я понимаю, что ума тебе не достает. Но сделай усилие. Давай, малец, не говори мне, что сдашься так легко. Что это? Послание прошлого. Я облазил половину тюрем в Париже, чтобы найти их. Как тебя звать? Арно. Арно Виктор Дориан. Дориан. Да. Я Пьер Белек. Друг Шарля. Ну, конечно. Убит в Версале. Когда? 76-й? Кажется, в декабре. Без свидетелей. Откуда? Твой отец был ассасином. Свобода. Он отдал жизнь за свободу. Держись рядом. Если доживешь, вступишь в братство. Почтишь память отца. Все это невероятно увлекательно, не сомневаюсь. Но мне не до того.
Мне срочно надо найти Элизу. И ты хочешь искать ее здесь? Творится. Народ бунтует. Гляди в оба, возможно, нам удастся сбежать. Пушки поля. Для нас гром канонады предвестник свободы. Никого не выпускай. Не отставай. Живей, щенок! Стража придет! Эй, ты! А ну верни! Эй, вы живо лицом к стене! По какому праву? Говори уже не к добру это. Тихо! Стоять! Эй, вы живо лицом к стене! Стоять! Пора выбираться отсюда. Эй, там! Стой! Щенок! Беги! Держись! Отпусти меня! Ну все, Дарья! Заперто! Задержи-ка их, щенок! Хоть один заденет, я с тебя 7 шкур спущу. Ты на месте стоишь! Смотрю на твою смерть! Проблема. Я с тебя спесь собью. Мило. Ну долго еще? Того не можем. Есть! За мной, щенок! Довольно! Живо! Тебе конец, Америка! Попался! Быстро!
сюда! Огонь, черт вас дери! Остановить пленника! Чего ты застрял, щенок? Пора вниз. Что? Совсем из ума в тюрьме вышел, старик? Нет, я его пропил и давно. Живо сюда! Не могу, это невозможно! Невозможно! Это вызов любому ассасину! Когда поджилки не будут трястись, приходи! Пригодишься! Прощай, щенок! Ты, отойди от края! Черт! Элиза? Холодный прием. Нужно быть начеку. Особенно сейчас. Элиза, я... Вот как ты отплатил отцу за доброту. Элиза, прошу. Я не убивал месье де Лассера. Твой отец был не тем, кем хотел казаться. Да и мой отец тоже. Я прекрасно знаю, кем был мой отец. И кем был твой? Наверное, это судьба. Ты ассасин. Я тамплиер. Ты? Ты удивлен? Отец хотел, чтобы я шла по его стопам. Теперь мне осталась лишь месть. Клянусь, я не виновен в его смерти. Это не так. Нет. Нет! Жизнью клянусь, это не я! Это... Письмо, адресованное отцу в день его смерти. Читай. Магистр де Лассер, мои люди сообщили, что в нашем ордене против вас зреет заговор. Прошу вас, не теряйте бдительности на посвящении. Не верьте никому. Даже тем, кого считаете друзьями. Да хранит вас отец понимания. Эл. Нашла на полу в кабинете отца. Нераскрытым. Я не знал. И отец тоже. Откуда мне было знать? Уйди. Прошу.
Что это такое, черт побери? Стоит.
спешишь? Я тебе урок преподать собрался. Oui, monsieur, pour quelle quantité? Non, le drôle, le prix n'est pas négociable. Je suis bon grain à vendre 60 livres par sépier, c'est une occasion à saisir. Allons, il n'y en aura pas pour tout le monde. Chargez avec une servante. Non, le drôle, le prix n'est pas négociable. Ты знаешь пароль? Третий раз за месяц. Я есть хочу. Покорми меня. Ну уже. Замолчи. А тебе чего? Преступлений много. Помочь? Да я и сам отлично со всем справлюсь. Спасибо за заботу. Ха. А как же нераскрытые убийства? Я сказал, замолчи, видок. Подумай. Он раскрывает лавры твои. Знаешь что? Раскрой убийство. Дам тебе оружие из арсенала. А пока у меня есть более важные дела. Да. Эй!
Я знаю город. Могу помочь. С чего бы? С того, что этому тупому, вонючему Борову, министру юстиции, не хватает мозгов, чтобы сделать жизнь в этом городе менее отвратительной. Даже для такого жалкого отброса, как я. К тому же, я боюсь помереть со скуки. Господи боже ты мой, видок, циц! Bienvenue, monsieur. Видимо, написать адрес слишком просто.
Не понимаю, что он должен освещать.
И что мне делать с этим медальоном? Долго ты шел, щенок? Что это за место? Святилище. Здесь мы можем тренироваться, не боясь, что нас найдут. Мы же только что сбежали из Клоаки. Это не Клоака, это нервный центр. Через эти тоннели можно незаметно пробраться куда угодно. У нас глаза повсюду. Да ну? И что они видят в этой темноте? Разве не лучше, когда есть обзор? Это место служило нам верой и правдой 6 веков. Ага. И долго ты стоял в темноте и дожидался меня? Да нет. Гийом видел тебя с колокольни. А вы любите гостей? Шутить надумал? Нет же. Правда, так драматично. Заткнись. Мы пришли. Пусть кандидат подойдет. Итак, к нам вернулся сын Шарля Дриана. Белек думал, ты не придешь. Почему передумал? Я устал бежать от своих ошибок. Мсье де Лассер, отец, я хочу все искупить. Смерть де Лассера тяготит тебя. Так? Но разве удар нанес ты? Неважно. Виноват все равно я. У него обостренное чувство вины. Вы полностью уверены? Да, уверен. Несмотря ни на что, он силен духом. Далеко пойдет. Хорошо. Из мрака ты идешь к свету. От света ты спускаешься во мрак. Готов ли ты следовать путем орла? Если имеется в виду, нужна ли мне помощь? Да. Выпей.
Что такое? Эй! Thank you.
Эти слова – завет наших предков. Ключ к пониманию нашего креда. Не обращай клинок против невинных. Прячься на виду. Никогда не подвергай риску братства. Никогда не забывай эти догмы. Следуй им, и тебе воздастся. Нарушай на свой риск. Встань, ассасин. Арно Дориан умер. Он отрезан от мира. Его грехи и ошибки обращены во прах. Он рожден заново, посвященным братству ассасинов. С возвращением. Ну что, ты побыл в шкуре ассасина. Примешь бой, присоединишься к нам. Декан, загружай. Минуту. Файл мы получили из Абстерга месяц назад, и эти данные просто поразительны. Абы с кем таким не поделишься. Нажми play и вступишь в ряды ассасинов. Если хочешь остановить тамплиеров, если хочешь спасти человечество из зла по Абстерга, нажми play. Приготовься и узнаешь всю правду. Отлично. Добро пожаловать, посвященный. В 50-е годы 20 века ученые разработали модель тройной спирали человеческой ДНК. Пару лет спустя Уотсон и Крик развенчали эту теорию в пользу модели двойной спирали. Сегодня именно двойная спираль ДНК считается основой всего живого. Но почему же тогда теория тройной спирали так убедительна? Почему снимки Розалинд Франклин подтвердили ее? Оказывается, самые первые образцы были взяты из фрагментов ДНК предтеч, молекул ДНК древней расы, встроенных в наши гены. Теперь мы знаем, что тройные спирали ДНК — это основа генома предтеч. Розетский камень, только в генетике. Если прочесть его, если восстановить геном предтеч, нам откроются бесконечные знания. Технология анимуса впервые даст нам прямой доступ к истории предтеч. Мы прочтем древние языки. Древние технологии, наконец, станут нашими. Представьте, как изменится мир, если мы, к примеру, научимся создавать частицы Эдема. Эти открытия превзойдут по значимости расщепление атома. В прошлом году мы нашли у донора ценнейший образец ДНК предтеч. Соотношение человеческих генов к генам предтеч у него уникальное – 25 к 1. С этого можно начинать работу. Наша цель – распутать тройную спираль, восстановить геном предтеч и изменить мир к лучшему навсегда. Приветствуем! Это проект «Феникс». Что ж, ситуация такова. Год назад в Абстерго попало тело человека, называемого мудрецом, с редкими генами и избытком древней ДНК. Начался поиск других мудрецов в настоящем и в прошлом. Чем больше их найдут, тем ближе Абстерго к своей цели.
Мы помешали нескольким последним попыткам, но так просто Абстерго не остановится. Им нужно получить полный геном предтеч. Итак, почему Арно Дориан? Ассасин времен французской революции. Похоже, в какой-то момент Арно встретился с мудрецом. Ты должен выяснить, где и когда именно. Если Арно видел смерть мудреца, это приведет Абстерго к его телу. А мы должны опередить их. Это твоя задача. Будет сложно. При работе с генетической памятью главное сохранить последовательность. Но мы верим, ты справишься. А еще ты не один. Другие посвященные ассасины, как и ты, вносят свою лепту в наше дело. Если нужна помощь или тренировки, обратись к ним. Так. Следующая часть. Приветствую. У меня есть кое-что. Чем дольше ты находишься рядом с Арно, тем больше у нас данных для синхронизации и проверки его способностей. Вот, посмотри сюда. Пока тебя не было, декан просмотрел воспоминания Арно, а он был весьма занятым парнем. Этот символ – знак совместных миссий. Я в команде работать привыкла, а насчет тебя не знаю, но разнообразие не помешает. Эти задания Арно будет выполнять со своими собратьями, постигая дух нашего ордена. Следуй за всплеском и все узнаешь. Я отметила на карте. Ha ha ha!